Аджарая зацікаўлена ў пастаўках прадукцыі з Магілёўскай вобласці. Аб гэтым ішла гаворка падчас сустрэчы кіраўніцтва нашага рэгіёна з дэлегацыяй Грузінскай аўтаномнай рэспублікі. Бакі нацэлены павялічыць тавараабарот і узгаднілі план супрацоўніцтва на бліжэйшыя гады. Тэму працягне Ілля Собалёў. Свои намеры активно развивать двухбаковые отношения Могилевская область и Автономная Республика Аджарая замацавали летась у вересни. Тады на посяджении Межурадовой комиссии Беларусь-Грузия керовники регионов подписали меморандум об супрацовництве. Объем взаимного гандлю помеж нашим регионом и Грузией расте. У 2016-м наш экспорт склал каля 3,5 миллиона долларов. У основным мы поставляем шины и молочно-мясные продукты, до нас идут вино и орехи. Баки упэўнены потенциал относин значно выше. Старшиня Могилевского облвыконкама Владимир Доманевский и старшиня Урада Аджары Зура Патарадзе затвердили план совместных мероприятий до 2020 года. Понимая и природные, и экономические возможности этой страны, то, что может поставляться в нашу страну, и то, что мы можем поставлять в Грузию и в Аджарию, безусловно, мы видим, что мы здесь не дорабатываем. Возможности поставок экспортных и обмен в части туризма, отдыха, оно сегодня не имеет никаких преград в части логистики и транспортного сообщения. Делегация Автономной Республики наведала самые буйные предприемства нашего региона. Лифтмаш, Бабушкина крынка, Шкловский завод газетной паперы. Поставки новой продукции, супрацовництва у сельской господарцы, бизнес-контакты. Гэтая темы кераўніцтва Могилевской области и Аджарской Республики деталёва абмяркуюць падчас наступной сустрэчы. С визитом у отказ делегация Могилевщины наведая Грузию у вересні. Илья Соболев, Виталь Вопсил, новины региона.